вопроса имам Аль-Барбахари, его не упомянул, мы его упомянем, что для дополнения. Что после Сарата, когда люди выйдут, с чего, с моста, они попадут в местность, которая называется Кантара. Кантара, Каф, Нун, потом Та твердая, Ра и Та марбута. Кантара. Что это за место? Это место непосредственно перед раем. Все, непосредственно перед раем, сразу после него рай. Но это место, в котором будет происходить кисас. Кисас, то есть возмездие. Или по-другому раддуль мазалим, так? То есть одни люди будут отдавать другим свои благие дела или забирать у них дурные дела взамен на те несправедливости, которые они совершили по отношению друг к другу. Это называется место как? Кантара. Кантара – то место, где друг другу будут мусульмане что отдавать мазалим, то есть те несправедливости, которые они совершили относительно друг друга. А затем, после того, как все отдадут друг другу все, как называется, права, и каждый заберет свое право, затем Всевышний Аллах заведет этих людей в рай. Понятно ли нет? Заведет в рай. Кто первый постучит в дверь рая? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям.